Варвары Егоровны Нечаевой заявление. Как я есть беднячка, всю жизнь в услужении была, прошу теперь в колхоз меня принять. Я работы души не пожалею, чтобы через нашу хорошую жизнь кулакам вышло полное уничтожение. 15 мая 1929 года. Хорошую жизнь в те годы было строить непросто. Помните, пухли с голоду дети, бедняки последние зернышки засевали. А ведь ты еще ребенка. Босой девчонкой сколько вытерпела горя, обиды, нищеты. Вместе с пинками и побоями выносила ты в себе ненависть. Ненависть и мечту. Мечту о новой, счастливой жизни. Так почему же, Варя, когда твои мечты сбылись, ты не верю? Не верю, смутил кто-то. Почему она в бумаге сказана? Почему? Читай. Заявление. Я как беднячка с первых дней в колхозе и потому не могу вытерпеть кулацкой политики от главных людей. Главных людей, которые колхоз губят, и меня за мои справедливые слова грозятся выгнать, а мне без колхозу одна дорога в петлю. Неужели, товарищи, так дорог колхоз, что... Ясное дело! Неужто не дорог? Дорог? А почему тебе не дорог? Чего врешь? Ру! Врешь! Бедняк Егорка! Наша фамилия, она вот... Я за колхоз на нож! Я вру! Кто заставил?